есть, ну, естественно, за Виталий Копальев, потому что все-таки он оставил меня, то есть он вместо меня вышел, тоже, скажем так, он до последнего, наверное, не знал, что он будет выступать, потому что я надеялся, то, что все-таки все будет намного проще и быстрее, но не получилось. Но, как показывает практика, вес в нашем спорте не играет. Значит, он уже набрал, нужно его закрепить, потому что он после соревнований приехал, и у него 6 килограмм как бы слилось. Поэтому нужно 130 закрепить, как он набрал, вот этот закрепить, а потом дальше уже сладить. Я думаю, у Виталика есть шансы. То есть он, Дима так же легко выиграл, как и Ливан. Есть шанс. Ну, 40% на 60. 40% шансов у него есть. Просто нужно готовиться, найти ключик, найти уязвимые места Ливана за полгода. Нет, я с Ливаном за столом не стоял. У Ливана, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Слабое место — это быть сильнее его. Вот и все. Ну, Ливана побороть на сегодняшний день, я бы посмотрел все-таки Валентина с ним и Чаши. Говорю, Кедергалий — крутой чувак. В первую очередь все человек молодец. В полуфинале. А Ливан с Валентиным. Ну, я думаю, это будет, наверное. То есть Игорь говорил, что в дальнейшем планируется категория, еще будет, скажем так, ну, грубо говоря, до 100 килограмм и свыше, топ-8. Тогда будет интересно, а так вот, блин, прогнозы такие прям реальные есть, того, то, что все-таки тяжеловесы пройдут дальше. Поэтому, а так Прудник, конечно, хорош. Набрал, молодец. Так уверенно очень выиграл. Но должна быть категория все-таки для них, килограмм до 100, тогда будет там 8 человек, и очень будет интересно, чтобы они не пересекали стежами. Кедергалий, я буду называть его Кедер, так проще. Ну, то есть самый зрелищный бой. Молодец, уперся, выстоял и сделал свое дело. Спокойный, уравновешенный парень, таким, с добрым, чистым сердцем. Я много информации о нем не знаю, но иногда, можно сказать, так, по человеку можно судить со стороны, да? То есть молодец, плюс еще там поступок, я не знаю, поскольку там все, скажем так, в любом случае, мне кажется, это какие-то друзья, естественно, которые знают его. Таких друзей бы сильно больше, бизнесмена, да, которые, скажем так, ну, видимо, решили поощрить своего друга за то, что он победил. Ну, в свою очередь, он как бы, скажем, поделился с тренером, который там всю жизнь рядом с ним, который, я так понимаю, выбивает какую-то материальную помощь для поездок на турниры. Всегда находится рядом, скажем так, всю жизнь. Там написано, там, с 8 или 10 лет. Ну, молодец. Хороший спортсмен и, наверное, в первую очередь, хороший человек. Добра ему и побед. Трубин. Я уже неоднократно говорил, мне кажется, он очень сильно переживает и горит. Я, ну, прям, я его смотрю на веса его рабочие, то есть они довольно-таки серьезные. Но, как показывает практика, да, я всегда всем говорю, это как в нашем спорте это не видно, и никто проверить не может, да. Вот, допустим, если брать пауэрлифтинг, железом, да, то есть ситуации бывают разные.
то есть есть кто-то перегорает и не может поднять то, что на тренировке, да? Как там штангисты, например, то же самое, страдают большинство. А есть наоборот люди, которые на соревнованиях показывают результат больше. И на железе это видно. То есть я, допустим, там жал 250, поехал на соревнования, на соревнованиях разозлился и пожал 255. То есть у меня как бы идет какая-то динамика вверх. А очень многие не жмут то, что ржали на тренировке. И вот здесь, возможно, происходит то же самое. Но так как у нас борьба на руках, мы не видим, насколько этот процент вот уходит у него там за пределы минимума. Вот здесь вот нужно понять именно соревнования, как ему психологически в минус уходит процентом соотношения. Потому что он реально горит, это видно. То есть я не знаю, что с этим делать. Это какой-то психологический барьер. Особенно когда вот раз за разом проиграл, оно накапливается, и он еще больше переживает. Я не знаю. Нужно обратиться, наверное, не знаю, к кому-то, кто с этим поможет именно. Потому что происходит, я чувствую, именно это. Рустамчик почему проиграл? Потому что когда идет заруба топ-8 с тяжами, и у кого-то получается прям набрать хорошую массу, а у Прудника это получилось. У Рустамчика так много не получилось. Эта масса сыграла, как бы, ну, дала больше сил Пруднику. И ну, поэтому так получилось. Пока Прудник держал весовую категорию, они зарубались там наравне. А здесь получилось то, что набрал массу и силушки прибавил. Поэтому все как бы элементарно. Ой, у Кадыргали, блин. Если он будет бороться с Прудником, вот тут возможно. Ну, ребят, очень тяжело как-то вот говорить о ребятах, которые легче меня и другой категории борются, потому что я, ну, никогда с ними не боролся и не понимаю. То есть против тяжей у них шансов нет однозначно. Диме Трубину я уже 100 раз сказал, что не хватает. Я думаю, Валетин сможет победить Прудника. Я уже говорил, Трубин, я думаю, перегорает. Ему нужно вот здесь как-то найти, как это вылечить. Я просто подсказать не могу. Валетин с Ливаном. Я думаю, вот Валетин с Ливаном, как раз порубятся. У Валетина полгода есть. Он жаждет крови. Поэтому, я думаю, он наберет нормально. Но, я думаю, Валентин Путник, возможно, летом уже будет поединок. Да, похудел на 10 килограмм. 135 я лег в больнице, сейчас 125-126 килограмм держится.